Лето – это маленькая жизнь. Летние каникулы – это 3 чудесных месяца, которые можно провести как тебе угодно. Такое быстротечное, неуловимое. Лето – сколько хорошего и теплого в одном слове. Меня летом радуют сказочные пейзажи, особенно закаты, которые каждый день разные и необычные. Закат солнца обладает притягающим волшебством. Солнце, которое слепит ярко днем, меняет свой цвет, а оттенок становится более теплым и мягким. В этот момент на душе становится тепло, уютно и спокойно. Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. Еще множество красок дарят лету цветы. А из зелени выглядывают летние плоды, овощи, фрукты и ягоды. Летом можешь делать все, что тебе угодно. Можешь съездить в лагеря, в другие города, покататься на лошади, попробовать много вкусной еды, гулять каждый день. Но уже кончается август, подходит к концу каникулы. Опять день изо дня буду сидеть за партой и готовиться к экзамену. Дни будут короткими, а вчера прохладными.